В Страсбурге прошла акция солидарности с беженцами, ищущими в Европе лучшие доли. Безмолвная демонстрация прошла на фоне заседания в Европарламенте, на которой рассматривалась резолюция с призывом к введению квот на принятие беженцев странами ЕС. Евродепутаты и правозащитники выступали за тех, кто, рискуя жизнью, добирается до заветных берегов по морю. Активисты из правозащитных организаций распечатали имена нескольких тысяч людей, погибших в пути. Мы выступаем против миграционной политики ЕС, которая недостаточна для мигрантов, прибывающих в Европу. Мы хотим, чтобы Европа могла принять больше мигрантов, чтобы предотвратить гибель беженцев на море. Парламентарии проголосовали за введение квот на беженцев и более тесное сотрудничество с третьими странами. Согласно принятой резолюции, теперь ЕС должен обеспечить мигрантов, которые перебираются по Средиземному морю в Европу, и сделать больше вклад в программы по переселению лиц, покидающих родину, из соображений безопасности.